Ну вот быстренько, сегодня третий день, ну если честно, четвертый день мук с этой котлованом. Перенесли вот тот дальний, спицы туда подальше, на сантиметров 70-80. И вот те вот туда дальше перенесли. Потому что стало обваливаться там. И там я еще нашел, вон, кабель был зарыт в гофре. Выкопали, он здесь как раз проходил прям под этой, я его начал уже цеплять, потому что никак не мог съезд этот сделать. Нырял в карьер, в котлован, как в прорубь на этом тракторе, что выбраться не мог. Сейчас я их вытащил, эти кабеля, они не были нигде подсоединены, там бросил их, сейчас я хотя бы сделал этот самый. Наворочил кучу, огромное количество этого материала выработанного. И все равно такое ощущение, как будто не уменьшается. Но глубина такая, что где-то там по 5-10 сантиметров осталось углубиться, и все. Но я думаю, что еще завтра, и, наверное, и в субботу, и в понедельник еще буду мучиться с этим котлованом. Потому что дергают меня на всякие другие работки и так далее, и тому подобное. Все.